прочее, да, вот движение изучать то же самое, как для аниматоров. Просто, наверное, может быть, на мой взгляд, стать, скажем там, моделером, не знаю, там, оружия или там, машин, например, может быть проще в том плане, что да, нужно умение, нужен скилл и нужен опыт. Но, по крайней мере, в плане знания, ну, объекты, которые hard surface, да, там, жесткие, как-то, может быть, проще с референсом это делать, чем, например, видеть органическую форму, скажем, там, даже того же человека и правильно, скажем, не перерисовывать, как когда-то, знаешь,